Сегодня мы будем с вами использовать нашу сексуальную энергию для размножения денег. Для этого нам понадобится купюра, которую мы собираемся потратить в самое ближайшее время. То есть та купюра, которую мы будем использовать для размножения. Мы берем эту купюру, вот так вот ее складываем между ладошками и представляем наш сексуальный центр. Наш сексуальный центр находится примерно на уровне копчика, вглубь тела, то есть он там находится и у мужчин, и у женщин. И оттуда исходит, начинается наша сексуальная энергия. Мы представляем, что эта энергия переходит на нашу купюру и возвращается туда обратно. То есть происходит такой определенный круговорот. От нашего сексуального центра вы можете в это время почувствовать небольшое сексуальное возбуждение, а некоторые почувствуют и большое. Итак, мы представляем, как от нашего сексуального центра идет энергия в нашу купюру, которая между рук. И далее опускается снова наш сексуальный центр и поднимается оттуда снова в купюру. И эта энергия идет по кругу и заряжает нашу купюру в этом круге. Вы можете использовать несколько купюр. Так, мы сидим и представляем себе, как наша купюра заряжается сексуальной энергией от нашего центра. И наш сексуальный центр получает от купюры энергию денег. То есть наш сексуальный центр тоже получает определенную энергию. Таким образом получается круговорот энергии. Вы можете посидеть, пока не представите эту картину полностью. То есть этот круговорот энергии, вы сидите и представляете, как он идет от рук к сексуальному центру, от купюры к сексуальному центру, от сексуального центра снова возвращается энергия купюры. И через какое-то время вы почувствуете, что ваша купюра уже заряжена вашей сексуальной энергией, и вы можете пойти ее куда-то в магазине потратить, и вам вернется эта энергия, вам вернется эта купюра вместе со своими подружками, друзьями, они там размножатся, и вы получите больше денег.